Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Эдуард. Эдуард, откуда вы приехали? Я приехал из города Вологда. Я знаю этот город. 12 часов на поезде? Или вы на самолете? 12 прилетели? Часов на поезде, да. Все для того, чтобы получить максимальную информацию и применить ее потом в практике, наверное, да? Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вам качество подачи информации? Качество подачи информации очень все информативно, подробно, доступно, открыто. Поэтому меня все устраивает. Здорово. Вы получили регистрационный пакет. Как вам наполненность? Посмотрели ли вы? Это пакет, который с подарками? Да, именно. Я был приятно очень удивлен. Огромный пакет. Я еще, правда, не разобрался с этим совсем так. Немножко посмотрел, но будет чем заняться вечером. Да, или в поезде. Если завтра не сможете это сделать. Скажите, пожалуйста, какие-то темы, которые вы хотели бы услышать, может быть, на следующих конференциях? Остались ли у вас? На следующих, во-первых, мне нужно переварить сегодняшнюю всю информацию, потому что информации много, для меня новой много информации какие-то, да, у меня были пробелы, вопросы, я их все закрыл, поэтому, что касаемо следующей темы, да, мне интересна работа с мягкими тканями. А как вам, в общем, организация данного мероприятия? Организация все достаточно на очень высоком уровне, начиная с момента, когда я подавал, да, вот, скажем так, это заявление на регистрацию, как со мной вели, правильно я выражаюсь, менеджеры, да, работу всегда были со мной на связи, в WhatsApp, в мессенджерах было все рассказано, мне подробно описано, что, как действовать и так далее, поэтому все отлично. И сегодня также меня все хорошо, очень гостеприимно приняли, поэтому меня все устраивает. Ну и скрипач, конечно, на обеде. О, спасибо, да. Мы очень старались создать атмосферу. Благодарю вас за обратную связь и ждем вас снова на наших мероприятиях. Спасибо.